снимаю свой outfit of the evening. Не успела снять до того, как мы ушли, сняла уже после. Мы ходили со своим мужем на романтическое свидание в одно кафе под названием «Шоколадница». Кушали там суши, и я кушала свой любимый десерт. Это желе с лесными ягодами. Делаю вот такой легкий макияж, серые тени со стрелочками, такой розовый блеск для губ. Такая у меня легкая укладка. Дальше. Одела вот такую куртку сверху. Она не кожаная. Это ткань. Она похожа на кожу. Вот с такими воланами. Одет у меня под низом такой серый топ. Вы уже, наверное, его видели в предыдущих видео. Такой топ без лямок. И кожаные лосины. Также у меня вот такой клатч серого цвета под кожу змеи, лакированный. Вот к таким босоножкам, точно таким же. Босоножки фирмы Nine West. Вот. По дороге за домой мы заехали в супермаркет под названием Magnum, и там я купила бальзам для волос, который у меня закончился, о котором я говорила в видео по уходу за волосами, что мне очень сильно понравился. Это Vela кондиционер Repair под названием. Вот, оказывается, здесь розовые буквы. Я говорила в том виде, что они оранжевые, они не оранжевые, они розовые. Вот, это получается кондиционер для восстановления, бальзам ополаскиватель для интенсивного восстановления и ухода волос. Восстанавливает и увлажняет сухие поврежденные волосы, делая их мягкими и легкими для расчесывания. В общем, он мне очень подходит, и в общем, он очень классный для моих волос. Также я купила к нему шампунь, я его не пробовала, хочу попробовать. Тоже Repair и красная бутылочка. Тоже шампунь для интенсивного восстановления и ухода волос. Вот. Попробую, потом скажу, как. Но я думаю, что он тоже хороший. Запах у него очень приятный, такой же, как у этого бальзама. Просто классный запах. Потом волосы так вкусно пахнут. Да. Вот. Всем спасибо. Пока-пока.